Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что на играх в Ванкувере сборной России по силам войти в тройку лидеров командного зачета. Оптимистичные слова прозвучали на заседании исполкома ОКР. Центральным событием стало официальное подтверждение участия сборной в зимних играх. Наши спортсмены могут бороться в целом ряде видов спорта, таких как биатлон, фигурное катание, хоккей, я бы в первую очередь назвал лыжные гонки, конькобежный спорт, сани, бобслей за медали самого высокого достоинства.